Делегация Нижегородской области во главе с губернатором уже несколько дней находится с рабочей поездкой в Республике Беларусь. Этот визит уже можно назвать традиционным. Валерий Шанцев приехал в Минск в пятый раз в день единения народов России и Беларуси. За последний год товарооборот между странами упал на 17% из-за непростых экономических условий. Совет делового сотрудничества, который у нас работает на регулярной основе, мы будем проводить уже 13-е заседание, будет рассматривать вопрос, а как все-таки нам переломить эту тенденцию, каким образом нам нарастить наш экспорт, нарастить импорт. Мы когда-то ставили задачу 1 миллиард долларов, эту задачу не снимаем. Кризис – новый стимул для наращивания товарооборота между регионом и республикой, подчеркнул глава Беларуси. Мы просто обязаны находить новые точки соприкосновения, искать новые формы сотрудничества, поддерживая старые кооперационные связи между белорусскими, нижегородскими промышленными предприятиями, динамично развивать сотрудничество в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В рамках визита делегация Нижегородской области провела переговоры с холдингом «Амкадор», ведущим предприятием по производству спецтехники. Валерий Шанцев оценил последние новинки компании. Мы договорились, что делегация с Нижегородской области, уже более узкие специалисты, приедут к нам. Мы их познакомим более подробно с нашей техникой, с технологией, где работает наша техника. И предложим наш финансовый инструмент, как инструмент нашего государства в поддержку экспортеров для дальнейшего сотрудничества. Между тем, «Амкадор» уже обосновался в Нижегородском регионе. Здесь создана производственно-техническая база. За прошлый год реализовано больше 150 единиц техники почти на 6 миллионов долларов. И это еще один шаг к укреплению сотрудничества и повышению товарооборота между Нижегородской областью и Республикой Беларусь.